Друзья, приветствуем вас с лазурного берега Азовского моря. Мы сейчас находимся в Запорожской области, Кирилловка, курортная зона «Жемчужина Таврии». Мы провели тут 3 суток и однозначно можем рекомендовать вам это место для отдыха с семьей. В данном видео мы вам покажем обзор на саму территорию, расскажем о ценах и обязательно пообщаемся с отдыхающими. Я Маша из Мариуполя. Я Игорь Коржов. Перед просмотром данного видео обязательно поддержите наши каналы подпиской и лайком. Ну а мы начинаем. Согласен. Погнали. Итак, друзья, «Жемчужина Таврии» – это незабываемый отдых на берегу Азовского моря. И отличная возможность, особенно для тех, кто путешествует с детьми. На территории отеля имеется детский развлекательный центр. Это просторное и безопасное место, где дети могут играть, творить и заводить новых друзей под присмотром квалифицированного педагога. Кинотеатр под открытым небом, где ежедневно устраивают сеансы для просмотра мультфильмов на большом экране. Ресторан, где вам предложат специальное детское меню с разнообразными блюдами. Бассейны для детей, где дети могут плавать и играть в воде под присмотром опытных спасателей. Уютные детские площадки с качелями, горками и другими игровыми элементами. И, конечно же, команда профессионалов, которая позаботится о безопасности и комфорте детей в тот момент, когда родители будут расслабляться и отдыхать. Уютные номера стоимостью от 3,5 до 8 тысяч рублей в сутки и комплекс бассейнов ждут вас. Песчаный берег и прозрачная вода изумрудного цвета – это действительно незабываемый отдых на побережье Азовского моря. Добрый день. Как отдыхается? Отлично. Сегодня заехали или уже несколько? Вчера. Да? Вчера. Ваши впечатления? Нравится. Куча разных эмоций. Особенно вечером ваша шуга вообще офигенно. Супер. Как здесь по ценам? По ценам вполне прилично. Адекватно. Люди, которые хотят нормально отдохнуть, они могут себе это позволить. Доступно все, да? Доступно, да. Ясно. Хорошего отдыха. Вам также. Спасибо. Спасибо. Это был небольшой видеообзор курортной зоны «Жемчужина Таврии». Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте под ним ставить огромный жирный палец вверх и поддерживать наши каналы подпиской. Ну а мы всем желаем добра и увидимся в следующем ролике. Пока-пока! Всем мира и добра! Пока!